тебя и нашли, да? Ой, там у него жесть. У него по голове прям конкретная рана. Там правда скальп снят. Давай я одна, может, чтобы он не боялся. Конечно, не бойся. Нет, там закрыто. Опс! О, он скрылся. Ну что, ребята, у нас сегодня Пасха. Попозже выйдет это видео, не знаю, насколько чуть-чуть. Я еду за Катей, потом мы едем до Яны. Нам написала одна подписчица, что в Пятигорске. Я обычно практически не езжу на такое, но тут мы втроем все-таки решили поехать. В Пятигорске собака, у нее как будто скальп снятый. Волонтеры местные их, в общем, сказали, руки не даются, якобы заниматься они не будут. Ну вот, и мы с девчонками решили поехать. Мы все откладывали, откладывали. Вчера не получилось, мы возили собачек в Москву. Сегодня вот Пасха, но мы втроем все-таки собрались. Поедем до Яны, она там у своей знакомой заберет с усыпительным оружием, чтобы выстрелить. И Катя вот такие штучки приготовила, представляете? И для Яны вон, как приятно. А, блогеры, блогеры. Это от Кати тебе вон. Немножко упал, пока мы ехали. Привет. Пойдем. Это твоя знаменитая собака, которая кусает людей за ноги? Да. Ой, она такая маленькая. Она как наш персик, короче, да, кусает? Она с-под тишка. Очень, да. Маленький мини-персик, короче. Да, да, да. И она вышла, и собака просто с ума сходит. Неужели, говорит, меня бросила моя хозяйка? Меня бросила моя хозяйка. Все, ты приедешь со мной к персику. Будешь его невестой. Ой, как она меня бросила. Яна, быстро иди сюда. Будешь себя хорошо вести? Мы тебя перевоспитаем. Не надо меня перевоспитывать. Я хочу кусать. Мы взяли дротики, ружье со снотворным. Ребят, мы тут уже ходим. Нужно достать ксилонита, его нигде не продают. А того ксилонита, что там есть, там на 10 килограмм собаку хватит. А там, как мы поняли, овчарка. Все закрыто, Пасха. Ну, поедем наобум. Вдруг она в руки пойдет. Полдня прошло, но мы еще... ничего не сделали. Еще не доехали даже до собаки этой. Вот мы тебя и нашли, да? Ой, там у него жесть. Как его поймать? Видишь, мы даже к сетке подошли, он уже убежал. И собак до хрена. Вообще, да? Там, да, у него на голове там... Уха нет, мне кажется. Лишь бы там черви, там же со столько времени черви могут завестись. Ну, не худенькие. Крупненькие. Ну видишь, он сразу утек от нас, мы только подошли к сетке. Надь ему есть лёдка и собака, иди сюда, иди, почему ты не подходишь? Ты видишь, у тебя вава на голове? Бессовестный какой! Бедненький, ну иди сюда. Ой, бедненький. У него по голове прям конкретная рана. Там правда скальп снят. Иди, мой пончик, там стоишь зимой, все равно на мои уговоры. Не, я тебе не буду трогать. Нет, все, Гайна тебя трогать вообще не будет. Зачем ты ей нужен? Покажи. Нифига себе. Там какая воздушка. Вот так. Какая опасная женщина с таким ружищем. Давай я одна, может быть, чтобы он не боялся. А тут с оружием идем такие. Да ты никогда не кушал такую вкусняшку. Посмотри. Ешь, не бойся. Иди, кушай, иди, ухо нет. На, я тебе поближе подвину, на. На, ты мой шлетки, на, ты мой шлетки. Собакин, не бойся. Не, я тебя вообще трогать не буду вообще. Нафиг ты мне нужен такой? На, поешь. Конечно, покушай, на. Не бойся, на. Кушай, а я уйду. Я ухожу, все. Я ухожу. Да, у него уха, правда, нет. Кто ты? Да. Да, мне кажется, стоит. Не бойся, мне кажется, отлетит. Может, чуть поближе? Нет, там закрыто. Опс! Отвалился. Побежали за ним! У нас погоня. Он скрылся. По рельсам идет. Надеюсь, его сейчас отключат. Ужас. А если он не отключится? Наверное, послабел он. Катя, бежит уже. У меня уже сил нет. Догнали. Пусть он ляжет, да. А мы ты взяла? Ура, ты взяла поводок. Ага. Пусть ляжет. Вы еле догнали. Подкашивает. Видишь, смотри, он падает. Его шанса не было. Все, еле идет. Ага. Дурачок. Он же знает, что мы его полечить хотим.
Сейчас он уснет, тебе, наверное, надо будет сюда машину подогнать. Давай. Может, мне пока пойти, или давай мы их сперва привяжем? Он там живет? Нет, нет, он пить, наверное, тоже хочет. Мухи летают. Давай, да, потихоньку. Не бойся. Ой, блин. Не бойся, не бойся. Не бойся. Все, хорошо. Не... Он может укусить? Ну давай еще подождем, ладно. О, он огрызается. Стой, стой, стой. Надо накинуть как-то, может я? Сейчас он начнет вырываться. Как бы хоть только крепко держи, если поймаешь. Не отпускай больше. Сюда придет, а ты побежишь туда? Ну давай, только что делать? Держали. Он тебя не загрызет вот так? Я вот не знаю, может, чтобы одна хотя бы на дороге стояла, а кто-то его держал. Ну, мне нужно за машину, я так поняла. Ребят, мы оставили Катю там на поедание собаки. Сейчас срочно иду за машиной, и мы быстро приезжаем. Быстрее, быстрее, быстрее. Пока мы его доведем. Ну твой ошейник. Очухается. Сейчас посмотрим. А, вот это, что я тебе показала, но она маленькая. Сейчас посмотрим, подожди. Так, вот такой есть. Ну, уши просто обрезали. А, прям совсем? Издеваться, да. Рычит? Тихо, девочки, он пытается встать. Так, да. Сейчас спится, он не спит. Конечно, он рычит, как этот. Теперь надо привязать, чтобы он, главное, тебя не перелез, не укусил. А то я чуть-чуть не хочу быть съеденной. Таким огромным. Хорошо, хоть он так сидит. Я думаю, он спит просто. Он уже все, поддался сам. Давай. Он в сознании в полном. Ну его обездвижен. Ты же говоришь, он обездвижен. Да, он обездвижен, да. Он в сознании, да, но сделать-то нифига ничего не может. Почему такой маленький поводок? Надо было больше, да, взять поводок. Давай, он поближе. Сейчас он как очнется, как нас заскочит в стол, он первая Яна попадет под раздачу. Спасибо. Я жужу ему кину на закуску. Отвлекающий маневр, да? Да. Моя рука прямо у его рта. Ешь, не кусай, не хочу. Там это ему вот тут не сильно давит ошейник. Просто что он нормально тут... он ошейник думаешь? У него. Ой, он рычит. Да он цепит просто. Все, нет, ну лишь бы он не задохнулся. Слушай, он, посмотри, дышит. Да, дышит вроде как. Дышит? Да, да, дышит. Дышит, дышит. Ты меня не пугай. Я дышит, пугаюсь. Дышит. Все, тут два пальца пролазят, три пальца пролазят. Чего, не, он глазами. Да, да, он дышит, все нормально. У него ушей нету, прикинь, вообще. Остались вот эти дырочки, видимо, и все. Ну давай, пока он спит, пока он нас не загрыз, когда проснулся. Вот это ты меткая. Я знаю, кто мне кусаку теперь поймает. Четко, ну видишь, смотри, все равно видишь, кровь пошла. А что, не должна была, да? Я, видимо, какой в артерии. Ну, в сосуд, видать, попала. Попала в капиллярчик. Во, воняет гнилью прям. Вот прям я понятно. Подошла. Вопрос в другом. Как мы его будем отвязывать? Хрен его знает. Ну что, мы приехали в Георгиевск. Малыш, малыш, ну, ну все. Все будет. Лишь бы... Он же ее съест, она перепрыгнет. Жужа. Она перепрыгнет сейчас на него прям. Мне что кажется. Мне может, с собой возьмешь? Малыш. Я хотела его спирать. Что, давайте его заворачивать? Нести кто? Все хорошо, малыш. Кто? Заворачиваем и несем. Там гноя, вон вообще жесть. Вроде он пока под ксилой. Может, мы его пока приручать будем? Ой. Дова там опарыш есть. Мне кажется, тоже. Ой, запах, посмотри. Это сейчас как дуло. Бедненький. Да, посмотрите его, как погрызли. Вот это свежие раны. Это, мне кажется, те же раны, просто они поменьше были, они заросли. А вот ухо было, видишь? Угу. Там ну, второе чуть-чуть, оно есть, просто оно порватое. Да, чуть-чуть. Второе ухо есть, а вот одного нет вообще. Дышит тяжко. Сара, дай укол, пожалуйста. Холодильник. Это от дротика. Тут как бы не страшно, это просто грязь и все. А в ухе гной, да, там? Да, скорее всего.
А могли его собаки так разорвать? Нет. Или что сказать? Или машина сбить, не? Ну, если она его как-то протащила каким-то особым чудесным образом, ну, по всей видимости, надо будет удалять. И второе ухо? Ну, вот тут гнойный отит 100%. Угу. У нас, в принципе, это ухо живое. Опухшее? Ну, опухшее, гнилое, оно живое. Терпеливый или еще под ксилой. Или под... Это, конечно, там плещем. А, он, кажется, он вон. Нет, он не белый. Это какой-то жучок. Да. У него пятнышки, как у Милы. Да, он с черным вот. Да. Да, мне кажется, что он грязный просто. А, в смысле, опарыш? У него череп целый. Ага. Ну, наверное, он начинает просыпаться. А, да? Возможно. Ну, сейчас сделаем и снимем это. Вперед, киселачки! И это фитнеса не надо даже никакого. Да. Мы сегодня так, хорошенько сбросили. Журба! Мне вообще не скажешь. Блин, 27 килограмм? А весит тяжелый, как будто 50. А весит, да, как будто все 50. Божечки. Кошечки. Раз, два, три. Опа. Так, стой. Стой. Куда ты? Он хочет уже текать. Он уже текать, да, хочет. Ну нет, что, скажи, скажи, меня поймать. А, ты привязала его, меня? Да? А, да, я привязала, скажи, все, я теперь ручной домашний, меня теперь можно гладить, я теперь вам пол руки не оттяпаю, ну, может, когда в себя приду, чуть-чуть оттяпаю, там, несколько пальчиков, ну, уже пол руки тяпать не буду, скажи. Ну, что, ты думал, тебе плохо буду делать, смотри, какой тебе бинт сделали на всю голову, а ты боялся. На водичке, надо нос помочить. Ну да, он же не знал, как к нам относиться. Бедненький, слюнявенький. Не такие уж у него и желтые зубы. Но мне кажется, он не сильно кости, старый. Наверное, просто грыз там, они вот источились. Да, у леди вообще ни одного зуба нету. Там сточены под корень все зубы. Он такой же не старый. Да, ну, он, слушай, не такой, наверное, старый. Знаешь, с алабайкой смешанный. Мне тоже кажется так. Прям глаза алабайкины. Бедненький, попей водички, попей. А слюнка-то течет. Бедненький, скажи, стой, да за мной тут делают. Я думаю, вот этого и достаточно. В клинике перемотали пластырь. Может. Ой, господи, он сейчас говорит, ах, я тебя сейчас клад. Смотри, у него правда это поднялось. Короче, перемотала я ему, дал эту штучку. Ну, я что-то, я его уже не боюсь, так что. Я тоже. Так первое время. Сейчас вам. Сейчас скажет, я вам покажу, как меня. Как не боятся, да. Не хрипит бабушка наша старушка. Как бегун? Бегун сказали или как они его? Беглец. Беглец. О. Беглец, да, еще тот беглец. Ой, все, все, все. Так, ты что начинаешь, а? Все, ведь нормально было. Все, с оружием. Смотри, какие конфеты красивые. Да. Ты отдышался? Ты можешь лядки пирожочек, да. Скажи, я больше не кусаюсь. Скажи, я больше. А это что у него? А. Напрягается прям. Посмотри, у него нету тут, видать, шерсти вообще не было. Ты видишь? Да. Ты чё тут сладкая зобка? Всё, пойдём. Тибуси мой, ты вся бока сутулая. Да. Бедненький, он даже боится больше, чем хочет укусить. Тут такие речушки текут. Маринская везде. Сказит, всё, вы тут меня, я тут бабулька перемотанная. Сказит, всё, я его спустила просто. Зачем ты тут боишься? Зачем? Все хорошо. Все хорошо. О, ты что, кусаться собрался? Не надо кусаться. Описюкался вон там. О, все мокро. Ты что, бабушка-старуська ты такая, да? Ты нас покусаешь? Ты нас покусаешь? Скажи, конечно, покусаю я вас. Ребята, очень ищут добрые ручки. Пожалуйста, присмотритесь. Он не сильно большой. Он не сильно большой. Моя леди даже больше, чем он. Ой, описюкался. Ай-яй-яй, вон, его, походу, собаки просто загрызли. Вот тут шрам. Вот тут шрам на попе. Вся морда просто в мясо, вы видели. Собачки погрызли, скажи, бессовестные такие, а. Не, его можно тянуть, я думаю. Подожди, наверное, давай намордник вынесу. Да? Намордник. Мало ли, сейчас. Ага. Откуда бывает много маленьких клещей? Вот там большой и
очень много маленьких. А тут прям царские хоромы. Да, ой, эти улыбак. А вот клёпа. Иди. Ой, какая она маленькая. Какая она маленькая. Боже мой. И шерсть у нее такая классная, мягкая, как у кошки. Ну все, ребятушки, бедная Катя забрала себе собаку. Не знаю, это ее или 15-я, или 16-я собака. Прям жалко. Блин, в съемном доме столько собак. Просто у нас в сарае уже все. Бабушка нас выселила, сказала, что будет держать там кур. Мы же на троих взяли, Яна, Катя и я. В итоге, видите, как пришлось Катю себя теперь передерживать. Мы сегодня вообще весь день мотались. Ну, как мне кажется, это просто его порвали собаки. Или он попался к какому-то живодерному человеку, но, скорее всего, это порвали собаки. Вы видели, там собак тьмища бегает. Я видела. Там собак очень много бездомных. За прием, за все я дала 2100 с чем-то рублей. И на Ставрополь мы записались, поедем послезавтра. Так для нас сегодня прошла Пасха. После всего этого мы приехали кормить малышат, йогишат. Вот там я нашла котят. Там мусора до хрена. Кто пищит? Мама? Не в лес, что ли, сбежали? Кстати, новую мусорку наши принесли. Соль, 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 тесто, куличи пилили. А чё ж мусор не выкинем, мусор что? Короче, они там пищали что-то, я не пойму. Пойдем посмотрим. Кол в том, что эта девочка не может ходить. Она еле ходит, мам. Смотри. Да-да, у нее что-то с лапой. Она лапу ставить не может. Кто-то их, короче, обидел, мам. Он ее защищает. Иди сюда, иди сюда. Она ходить не может. Мне плохо набегалась. Я залезла наверх, чтобы ее поймать. Я уже падаю. Вон я ее ловлю. Здесь склон сильный очень. Вот она.